Приговор приемным родителям. В США осудили семейную пару, насиловавшую усыновленных детей из Казахстана. Джозеф и Линда Мэйетт взяли на воспитание 13-летнего брата и 8-летнюю сестру, расцеливать которых начали сразу же. Линда даже родила от мальчика ребенка. На суде обвиняемые настаивали невиновны, но им не поверили. В итоге супруги отсидят, он 16, она 18.